Ребят, с вами как всегда, с вами Поля, я давно не выпускала видео про Clash Royale. Блин, жалко, что видео удалилось, я сняла, но оно удалилось. В общем, у меня был тут эпический сундук, я его открыла, выпала новая карта. Отгадайте, что это, пишите в комментариях. Мне нужен был, конечно, палач, армия скелетиков или клон, этого мне ничего не выпало, мне выпало первое. Новая карта это... В общем, это варварская бочка. Новая карта, как хорошо. Не в смысле у меня новая, вообще она новая. Так, ну дальше выпал у меня шарик, гоблинская бочка и вышибала. В общем, карты, которыми я не играю. Ну, вышибала я когда-то играл, из-за этого он меня... прокачанный такой. У меня 8 лек. В общем, спасибо вам. Я болею, простите, хриплю. Ладно, с вами был канал, с вами Поп. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Ждите следующих сундуков.